Они будут соперничать с узбекским клубом Буниткором. С первых минут внимательно призывает своих партнеров. Мы это слышали. Даниил Худяков. Миранчук собирается подавать. Мяч летит на ближнюю штангу. Там борьба, удар, и мяч залетает в ворота. Можно поздравлять Локомотив с первым голом в межсезоне. Не знаю, кто мяча последним коснулся, но очевидно, что Сухроб Султанов вынужден капитулировать. Обращается он к своим защитникам, которые, по его мнению, не доработали в этом игровом эпизоде и позволили пробить. Но весь вопрос только кто после подачи Мирончука мяча коснулся. Успешен. Баринов на Изидора. Изидоров один в один может обыграть. Он умеет это делать. Пытается корпусом раскачать соперника. И здорово уходит, подает. И это опасно. Мяч рядом со штангой пролетает. Вынужден вновь голос повышать на своих защитников вратарь. Спокойно с мячом справился Максим Нинахов. Контратака Локомотива. По сути, первая в этой встрече. Она развивается быстро, стремительно, как и положено. Изидор. Он штрафной. И пытается то ли пробить ближний угол, то ли пытался прострелить. Но удар у него получился неточным, если он метил в ближний угол. Вдвоем, вдвоем! Нападать! Чуть-чуть на фланг играет Юлдошев. Опасный момент! Очень опасный момент. Сейчас действительно счет мог стать ничейным 1-1. По 4 желтые карточки получили эти футболисты. Так, Изидор решил пробить с правой ноги. Метров, наверное, с 20-22. Удар, по большому счету, все-таки не получился. На местном стадионе. Мотив в атаке. Хорошо пропущен мяч. Как красиво, как здорово. Забить! Миранчук упускает реальнейшую возможность. Но как же классно разыграли. Как все было сделано. Его из-под ноги мяч защитник выбил. Локомотив второй волной идет вперед, атакует. И вновь опасно. Прострельная передача. И там вратарь вначале коснулся мяча, потом защитник чуть ли не с линии выбивает. И в конце концов мяч отлетает в руки Сухробу Султанову. Воспитанник армейского клуба, игрок молодежной сборной. Так, атака. Буниткора. Погоснов встречает соперника, ему помогает Текнезян. Подача. Ой, как здорово! Мяч был доставлен сейчас в штрафную. И вот такое вот замечательное для узбекской команды продолжение. Удар в цель. Отчаянный бросок Даниила Худякова не приводит к отражению этого удара. Удалось на 45-й минуте счет сравнять футболистам Буниткора. Пас проходит на Живоглядова, хотя казалось, сейчас будет перехват. Пас в касание, мяч штрафной, удар в ближний угол. Парирует этот опасный удар с близкого расстояния голкипер узбекской команды. Правда, было положение вне игры. Кстати, на счету Гильермо более 300 игр за железнодорожников. Вот теперь у Гильермо и у Худякова новый конкурент. Лантратов. И вот он в игре. Здорово действует. Красиво, надежно. Керк сам заработал штрафной, сам навесил. Удар следует. Бил Марко Раконьяц. Но не точно. Да, и Марк Мампаси, конечно же, он также сейчас играет в центре поля. Пара центральных защитников. Кузьмичев, Мампаси. Опасный момент, надо забивать. Удар в ближний угол. Керк нанес, вратарь надежен. Спасает свою команду. Ну и последний раз чемпионом эта команда становилась в 2013 году. Хороший пас. Лушенков, касание. Здорово сыграл новичок Локомотива. Очень здорово. И обратный пас. Лушенков уже штрафной. Может быть, сделает голевую. Хороший прострел, но он не становится голевым. Партнер чуть-чуть не подстроился под этот прострел. Вот Локомотив в атаке. Будет ли удар по воротам? Хороший момент. Но тащит достаточно сложный удар. Вытаскивает мяч из-под перекладины Сухроб Султанов. И все. Это был последний момент в этой встрече. Локомотив мог буквально вырвать победу у команды из Ташкента под названием Буниткор. Но не получилось. Хорош вратарь. Спас. В результате 1-1. Напомню, что автором мяча в составе Локомотива стал Иван Игнатьев. Забил он головой после углового, искусно выполненного Антоном Мирончуком.